В Усть-Колымском районе прошел день общественной палаты. С сельчанами встретилась председатель комиссии палаты по экономическому развитию, экологии и предпринимательству Нина Шмарова. Жители села Пожик обратились к общественнице с вопросами медицинского обслуживания, а представители села Дон написали целую петицию с просьбой ограничить движение большегрузов по территории населенного пункта. Из-за отсутствия тротуаров и узких проездов передвигаться по населенному пункту стало опасно для жизни. Сельчане требуют построить объездной путь длиной всего в 2 километра, либо установить мостовой переход по альтернативному маршруту Усть-Кулом-Пожик. Дорожный вопрос волнует и жителей Помоздина. В прошлом году там отремонтировали трассу, но перекрыли съезд в районе деревни Выльгард. Он не соответствует правилам безопасности, отметили в управлении ГИБДД. Проектом съезд не предусмотрен. Мы обращались и в прошлом году, и зимой, и в этом году еще раз обращались, чтобы все-таки съезд это сделать. Но дорожное агентство не идет навстречу. С Пронином не разговаривали, Лисичем, они общались с ГИБДД. ГИБДД категорически тоже против, чтобы этот съезд был. Естественно, надо искать альтернативу. Вот. При этом, значит, они готовы помочь с этой дорогой. Альтернатива съезду – дорога через ручей. Сейчас районные власти готовят смету. Совместно с филиалом общественной приемной головы Коми Нина Шмарова взяла на контроль и другие проблемы усть-куломцев. Незаконную торговлю алкоголем, выделение лесных участков из охраняемых природных территорий. Эти и другие обращения будут обработаны и переадресованы в профильные ведомства. По дорожной ситуации в селе Дон общественники организуют встречу населения с чиновниками и лесопромышленниками.